Pink Lady – отдельный сорт гортензии. Форма вееровидная. Растение имеет раскидистые ветви, достигающие 2 метра в длину. Листья широкие, с мелкозубчатыми краями, насыщенно зеленого оттенка. Соцветия крупные, средний размер 25-30 сантиметров. Форма конусовидная. Состоят из 2 типов обоеполых цветков небольшого размера, до 3 сантиметров в диаметре. На кусте держится продолжительное время. Цветы Pink Lady собраны в метелку, при распускании они становятся более компактными. После процесса опыления лепестки облетают. Окрас метельчатой гортензии постепенно меняется от кремового, зелено-белого до бледно-розового, красноватого оттенка. Отсюда происходит название Pink Lady. Все элементы метельчатой Pink Lady расположены плотно, поэтому кустарник имеет пышный вид. Цветение метельчатой гортензии Pink Lady начинается в середине лета и длится до середины осени. После обморожения соцветия начинают увядать и опадать. Гортензия метельчатая – это кустарники с типом роста, штамбовый. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка розовый. Летом листва зеленый, осенью листва желтый. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.